оркестр был создан в ноябре 2018 года. Первый состав был около 20 человек. Оркестр на сегодняшний день это 30 человек. Конечно, вырос и состав инструментов, и гораздо стал интереснее репертуар. В нашем составе разные участники, разных возрастов, разных национальностей, из разных стран. Я из Литвы, например. Мы посетили в 2019 году Гамбург. Было очень увлекательное путешествие. Затем в конце года уже мы съездили на конкурс «Страны Скандинавии. Путеводная звезда», стали лауреатом. Мы вместе творим, путешествуем, как бременские музыканты. Репертуар оркестра – это как и классические аранжировки известных произведений, так и известные эстрадные песни, пьесы. Мы можем в составе нашего коллектива дать возможность играть людям с разным опытом игры на инструменте. Мне всегда казалось, что играть в оркестре можно только после училища, музыкальной школы, консерватории, и что совмещать это с работой практически никогда не получится. В виртуозах показалось совсем иначе. Важно то, как готовятся партии, что даже если вы недавно взяли инструмент в руки, вы практически через 3-5 месяцев можете начать играть. Люди приходят в наш оркестр для того, чтобы воплотить какую-то свою мечту. Нам это очень нравится. То есть мы сюда приходим с таким восторгом, что и у нас все это получается, я думаю, очень хорошо. Мы надеемся так, что хорошо. В всяком случае, мы очень стараемся. Групповое музицирование – это очень хорошее действие для любого социума. Я выбрала живую музыку, я выбрала оркестр. Это совершенно ни с чем не сравнимое удовольствие, когда у тебя просто поет и живет душа. Самое главное, что оркестр за годы существования, конечно, стал огромной, дружной семьей. Работа в этом коллективе для каждого из нас – это большое счастье. И мы от этого кайфуем, получаем огромную дозу дофамина. Поэтому приходите к нам в оркестр, у нас очень круто.